Каждый год перед владельцем участка или, скажем, собственного коттеджа встает вопрос об уплате земельного налога и налога на недвижимость. Оба эти вида налога являются общегосударственными. Что касается земельного, его плательщиками признаются также физические лица, у которых земельные участки на территории Республики Беларусь находятся на праве постоянного или временного пользования, пожизненно наследуемого владения или частной собственности. В то время как налогом на недвижимость облагаются капитальные строения, их части, а также машиноместа, расположенные на территории Республики Беларусь. В частности, уплачивать этот налог обязаны собственники двух и более квартир капитальных строений, незавершенных построек с фундаментом, стенами и крышей. Если в собственности физического лица имеется две квартиры, то освобождение по налогу на недвижимость у нас по одной из квартир. При этом он должен написать заявление в налоговый орган и указать, по какой из квартир он хочет, чтобы было освобождение. К слову, налоговое законодательство страны позволяет собственнику производить расчет частями, что автоматически сохраняет семейный бюджет от негативных последствий, связанных с несвоевременной уплатой. В том случае, если заявление предоставлено не будет, то освобождению от налога на недвижимость подлежит та квартира, которая была приобретена или получена ранее. Напомним, уплатить земельный налог и налог на недвижимость необходимо до 16 ноября текущего года. Оплату можно произвести в отделениях банков, почты с помощью платежного терминала или обратившись к работнику налогового органа при вручении налогового извещения. Также для ряда лиц законодательством предусмотрены льготы по уплате вышеуказанных налогов. Более подробную информацию по данному вопросу можно узнать, обратившись в налоговую инспекцию по месту расположенного объекта недвижимости и земельного участка.